Значит, первое, когда началась травля Андрея Макаревича, я написал пост в Фейсбуке о том, что, во-первых, страна, где нет другого мнения, это уже не страна. Во-вторых, к творчеству потрясающего поэта и музыканта Андрея Макаревича нет никакого отношения. Как можно наказывать там за творчество, отбирать награды, что-то еще? Это чушь собачья. Это человек, который создал ту музыку, те стихи, на которые, ну, там, 20-летие, 30-летие, 40 лет, да, сколько там существует это творчество этого человека, мы этим живем. Это нисколько не умаляет. Его политические взгляды — это его политические взгляды. Мы приходим к врачу, он может быть сексуальный извращенец, но если он не нарушает закон, а вас лечит хорошо, то какие у вас, собственно, претензии к нему? Вы же приходите, чтобы он вас лечил? Поэтому я считаю, что мы имеем право все на свое мнение. И такая травля напоминает мне 37-й год. Если мы верим себе, то мы не будем так агрессивно кидаться на людей, у которых другое мнение, с которым мы не согласны. Если мы уверены в своей силе, в своей правоте, мы позволим высказываться, не нарушая правовое поле. А травля — это, ну, скорее всего, удел людей обделенных, озлобленных, которым просто нужно найти врага. Так уже было в 37-м. Чего не надо, так это скатиться в 37-й год. Нам это не поможет пережить ни санкции, ничего. Это чушь собачья.